Вот мы идем, малыш 30 тысячами, и я, живая легенда, рядом с ним. Через 5 минут мы выйдем на улицу с конфетками на сумму в 30 тысяч долларов. Этого достаточно, чтобы я вернулся туда, откуда только что вышел. Кто пожаловал? Всем привет, Киския, как дела? Привет, Гакира. Кто это? Мой двоюродный брат, Карлито Бриганте. Слышал о Карлито? Зачем ты его привел? Успокойся, я пришел за компанией. Перестань, Киския, ты же знаешь Карлито. Видишь, здесь у меня пусто. Он только что вышел из Льюисбурга. Раньше работал с Роландо Ривасом. О, Карлито! Слышал о тебе. Вы сбывали героинчик вдвоем с Роландо? Баловались как-то. Баловались? Значит, хорошо баловались. Говорят, вы были королями. Будь как дома, Карлито. Ребята, развлеките гостя. Нам надо заняться делом. Принес деньги? Поиграешь? Нет, посмотрю. Восьмерку играем. Хорошая игра. Я посчитаю, хорошо? Там все. Все равно посчитаю. Правила знаешь? Знаю. Ну, как тебе удар? Это еще не удар. Попробуй сделать лучше. Не спеши, все равно я тебя обставлю. Отойди, не мешай. Ладно, не кричи. Там у вас туалет? Да, да, да. Туалет у нас там. Он не работает. Туалет закрыт, извини. Не работает? Не работает. Потерплю еще недельку. Приходи, когда его починят. Погромче, моя любимая песня. Так ты будешь играть? Не кипятись. Я должен настроиться. Черт. Огонек есть? Конечно. Восьмерку играете? Да. Не могу стоять. Покажу вам один ударчик. Мы еще игру не закончили. Ничего, я вам не помешаю. Я не буду ничего трогать. Подождите, сейчас увидите. Глаза мне поверите. Покажешь фокус, Карлито? Это не фокус. Это магия. Увидев этот удар, вы забудете свою религию. Киския, это надо видеть. Карлито показывает фокусы. Гакира. Я еще не сосчитал. Хочешь холодного пивка? Угощайся. Я учил удар полгода. Полгода? Помоги. Конечно. Вот сюда, где 12-й шар. Как там твой босс? Отлично, мы утром виделись. Палец нужно класть сюда, над цифрой. Понятно? Вот так? Да, чтобы получилась одна линия. Так ты не слышал новости? Какие новости? У тебя там нет пива. Есть, ты на дне посмотри. Мы его отрабатывали с Клайдом Бейсом. Смотри на 9-й. Дай мне ки. Так. Ставим на одну линию. Киския, какие новости? Твой босс мертв, и ты тоже.
Господи. Господи, что с тобой сделали? Ты говорил, они друзья, Гуахиро. В этом бизнесе нет друзей. Прощай, кузен. Веселье кончено. Ковбои разобрались друг с другом. Я не напрашиваюсь на неприятности. Они сами меня находят. Убегаю, они бегут следом. Нужно где-то спрятаться.